Я вижу в чате спор о том, сколько налогов мы платим зарплаты. Это к вопросу была, наверное, к вопросу медицины. Я там просто немножечко прозевал чат, пока разговаривал с гостями. Так понимаю, был вопрос к медицине, что такая медицина, потому что мало налогов платим. Так вот, кто не знает, а я там 8 лет был генеральным директором достаточно крупной компании, и я очень хорошо знаю, сколько налогов платится зарплаты. Так вот, сейчас со мной будут спорить бухгалтера некоторые, но я даже немножко прокомментирую. Я вам скажу, с каждых 10 тысяч, которые, если вы работаете особенно в большой компании, которая является плательщиком НДС, с каждых 10 тысяч, которые получаете вы, 7 тысяч уходит государству в виде налогов, выплат в социальные фонды. Там почти 50% это вот все НДФЛ, соцстрах, пенсионный фонд и прочее это все. И 20% тот самый НДС, который фактически в России является налогом на зарплату. Потому что компания, оплачивая НДС, не получает возмещения по деньгам, которые заплатила зарплатой. И также вы, идя в магазин, покупая продукты, также платите НДС. То есть какой стороны ни смотри, НДС тоже фактически является нагрузкой на зарплату. Поэтому с десятки вашей семерка ушла Путину. И то, что он с этих денег не может вам нормальную медицину организовать, это преступно и ненормально, безусловно. Поэтому про налоги тут не надо, что мы мало налогов платим. Много. В России одни из самых высоких налогов на зарплату. Одни из самых высоких вообще по миру. Ну, то есть я вам скажу, что в Германии, если у тебя 500 евро меньше зарплата, то там налоги вообще к нулю стремятся. Ну, то есть потому что ты и так типа не богатый человек, зачем у тебя еще денег забирать? А у нас, даже у тебя зарплата 5000 рублей, значит, треху с тебя изымут. В общем, вот это у меня прям бомбить начинает, когда я вижу кого-нибудь, кто рассказывает, что у нас маленькие налоги, мы платим маленькие налоги. У нас не маленькие налоги. Это я еще всякие акцизы не считаю. Почему у нас там топливо, например, дороже, чем у тех, кто от нас его импортирует. И много таких примеров. Почему дорого? Потому что куча всяких акцизов, дополнительных налогов, сборов и прочей этой ерунды. Гигантская сложная налоговая система, и мы платим много. Никто, это вас обманывает, когда говорят, что вы там платите с зарплаты 13%. Это вранье. We'll be right back.